Как говорил и Сергей, директор школы, что действительно очень серьезные. То есть здесь не получится так, да, что как бы что все очень легко. Но я хотел бы сказать, что в этом, наверное, есть ценность. Потому что требования и высокие, да, и знания, которые выдают преподаватели, по крайней мере, тех, я слушал, которые, да, они очень полезны. То есть я работаю в финансовой сфере и очень давно, и до этого работал и в бизнесе, и практическую сторону бизнеса тоже достаточно неплохо знаю, и казахстанскую, и нашу. От начала 90-х годов и в Москве жил долгие годы, работал. Могу сказать, что это, конечно, все-таки, если нет технической базы, очень сложно. То есть я не думаю, что эта школа тебе даст сразу ответ на все твои вопросы. И ты завтра станешь там миллионером или станешь успешным там топ-менеджером, нет. Но это заложит тебе то, что это тебе может пригодиться в будущем. То есть это то, что это позволит изменить тебе твою жизнь. То есть, ну, мне так кажется. По крайней мере, вот из того, что я получил, из двух модулей, которые я там прослушал и пообщался, и с преподавательским составом, и с студентами. Студенты тоже все очень разные. И это тоже вносит свой колорит. Интересно общаться. То есть помимо того, что это не просто так там вставить каждый себя и все, да? Это и навыки общения тоже в этом появляются. То есть много на самом деле плюсов, о которых ты не подозреваешь. То есть как бы это совсем другое образование. То есть это сложно даже описать, потому что это нужно самому попробовать. Я не то, что не призываю, чтобы вы сразу побежали, но я хочу сказать, что это совсем другое. Да, и я бы вот рекомендовал всем, потому что это на самом деле и возраст очень разный. И есть и ребята, которые и 30-летние, есть, которым уже под 50 лет, ну и старше. То есть очень разные группы, и при этом общее понимание там такое достаточно хорошее. То есть у нас после занятий там приезжали, там готовили коктейли, ну как-то, ну как есть какая-то общность. Можно после этого для того, чтобы мы могли там увидеться. Ну это я так, да? Отдельный предмет. Да, отдельный предмет. То есть я, может быть, несколько коллеги с футбола говорю, да, но вот то, что так у меня вот в голове уложилось. Вот, и если есть вопросы, готов ответить, как Сергей сказал. Да. Единственное, вот, наверное, думали, что там. Ну, я думаю, наши коллеги еще придут просто это. Мы извиняемся.